Чебоксарах горит торговый центр. Такова была легенда учения сотрудников экстренных служб Чувашии. На этот раз местом пожарно-тактических учений стал торгово-развлекательный центр «Мадагаскар». Согласно полученной вводной, возгорание произошло на первом этаже в результате замыкания электропроводки. Пожар быстро распространился на большой площади. Однако организованно покинуть здание смогли не все. Около 30 человек остались заблокированы в помещении кинотеатра на четвертом этаже. Внимание! Опасность пожара. Все пострадавшие были эвакуированы и переданы бригадам скорой медицинской помощи. Параллельно боевые расчеты локализовали и в итоге ликвидировали пожар, который успел перекинуться на кровлю торгового центра. В учениях задействовали 17 единиц спасательной техники и 60 человек личного состава. Комментировал временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Чувашии Александр Зобов, все сотрудники экстренных служб с поставленными задачами справились. Богдана Дойникова, Республика.